Воспитывают детей, возрождают духовность и служат людям. За эти и многие другие заслуги сегодня наградили кировских дам на ежегодном областном конкурсе «Женщина года». Всего в Киров приехали представительницы 37 населенных пунктов региона. Подробности у Анастасии Шерстневой. Песни, цветы и комплименты в областном дворце молодежи сегодня исключительно для прекрасной половины человечества. Традиционно в преддверии 8 марта прошла ежегодная церемония награждения победительниц конкурса «Женщина года». В ней приняли участие дамы со всего региона. В 12-ю церемонию награждения победителей областного конкурса «Женщина года» разрешите считать открытой. Сотрудница налоговой службы Кирово-Чепецкого района Ольга Гаврилова уже 12 лет трудится в налоговой и признается, что ей постоянно приходится преодолевать трудности на работе. Но это только закаляет. Награды ей получать не впервой, но стать женщиной года особенно почетно. И за эти 12 лет у нас были разные этапы в жизни. И я хочу сказать, что этот успех – это не успех одного дня, это успех многих лет, на протяжении которых постоянно приходилось преодолевать какие-то проблемы и трудности. Но в налоговой инспекции всегда работают люди целеустремленные, которые знают, чего они хотят добиться в жизни. На церемонии наградили не только женщин, которые достигли хороших результатов в профессии, но и тех, что посвятили себя семье, например, многодетных мам. Глава города Владимир Быков уверен, что в Кирове много женщин, которыми стоит гордиться. В тех номинациях, которые сегодня будут чествовать лучших, вы увидите, что это женщины с активной жизненной позицией. Поэтому действительно, на Вятке вот просто очень много талантов среди наших прекрасной половины. Мы присутствуем, мы, наверное, гордимся тем, что нас пригласили, и что мы можем участвовать в этой торжественной церемонии. И еще раз сказать спасибо нашим прекрасным, нашим лучшим женщинам в нашей области. Лучшие из лучших были отмечены в таких номинациях, как служение людям, достижение воспитания детей, возрождение духовности, честное слово, преодоление, успех в образовании и доброе сердце. Всего награды получили представители из 37 уголков области. Анастасия Шерстнева, Александр Брызгалов, Бюро новостей Давича.